Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Watch Dog. И сейчас мы пойдем откроем несколько миссий. Ой, откроем. Это, закончим несколько миссий. Во-первых, нам надо взломать вышки. Вот с них и начнем. Так, это... Давайте. Есть у меня к тебе дельца. Валяй. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Морис стал безобразничать, хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мориса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца, а ты мог бы... Ладно, хорошо, разберусь. Не, ну если тебе это в напряг... Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Итак, у нас есть заказ. Ну, для начала, давайте откроем вышки. Так, это что? Это компания. Так, нет. Вот, вышка. Да. Сначала откроем вышки. Тихо. У меня автомобиль совершенно новый, ё-моё. Во, инкассация. А-а-а. Грабануть бы ее. Ой-ой-ой-ой. На. Господи, такие дорогие автомобили ломаю. Кошмар, ух ты. Это что, Rolls-Royce был? Это моя мечта. Rolls-Royce. Да. Ну только вот. Хоть я о нем все время и мечтал, но есть один минус, о котором я начал задумываться только недавно. Если у тебя есть Rolls-Royce, вот что, его самому водить надо? Или ехать на заднем сиденье, чтобы тебя везли? Вот. Насладиться-то. Если наслаждаться, то надо ехать сзади. Ну, а если он твой, значит, ты его будешь водить. Слуги-то нету. Ни слуги, ни водителя. Так что... Блин. Мы подъезжаем. Вон она. Наша вышка. Так. Я как понимаю, нам вот здесь вот надо будет... взламывать. Так. Опаньки. Вот сюда. Я смогу это сделать. А, господи, это одна, да, единственная вышка. Кстати, нам, возможно, потом еще сюда придется идти. Получил людей. Ползем. Ну давай, возьмем. Но сначала все равно вышка. Так, где у нас замок? Угу. Что там? Ну-ка, подождите, что у меня там отмечено на карте? Ага, все понятно. Так. Как нам вышечку сломать? Как нам ее? Вот а. Это камера. Да? Ну, должна быть, да. Что-то я где-то что-то упускаю, что ли? Вон камера, точно вижу. Блин, не дотягиваю своим устройством. Так, вот теперь. Открыл. Еще где-то есть, нет? Открыл. Вот эта камера. Ну ладно. Посмотрели, оценили.
Заходим. Сюда. Опаньки. Апатушеньки. Входим, взламываем. На одну вышку больше. Ну, секреты города, открывайтесь. Что вы мне сулите? Так. Неплохо, неплохо. Так, теперь по намеченному пути быстренько сходим. Где у нас тут? Опаньки. Очков навыка получено. Да, получено-то получено. А смысл, если они там прокачаны, то какой второй уровень мне нужен? А у меня его пока еще нету. Так. У меня автомобиль есть? Есть, я же на автомобиле приехал. Все, теперь отправляемся. Повысим свой статус. Вот здесь вот как раз все сделаем сейчас. Я даже не помню, вот этот у нас что обозначает. Что он у нас обозначает, я не помню. А, расследование. Это хорошее дело. За это бонусы получаем. Черт, виноват. Да тихо ты, виноват. Я-то не виноват, точно. Так, нам сюда. Куда ведет? Так, открыли. А что открыли-то? Куда-то уходит, уходит, уходит. Ну-ка. А вот куда уходит. Так, все. Здесь мы все сделали. Выходим. Ну, это так, по дороге, по случайности. Это была случайность. Мой автомобиль. Запрыгиваем в него и едем. Едем, едем. Потом на обратном пути как раз можем провернуть фишку. Галочки стоят, мне их собирать не стоит. Так. Ну, ничего страшного. Убийство пешки. Это... Был мерзкий человек. Нам его не жалко. Так. Обвиняет данную группу. Здесь у нас... Откуда надо смотреть нам? Видите? Только часть. Только часть вижу. Так, ладно. Понял. Это нам сюда куда-то надо. А вот куда сюда? Ой... Так, откуда надо смотреть?
Прервать разговор. Блин, да. О! Давайте отсюда начнем. Нет, не отсюда. Блин. А я что, здесь отметился уже? Ну-ка. Да вроде не отмечался. Где-то наверху, да? А, вот он. Подождите, а не отсюда ли я сбегал? А, нет. Это другой же город. Так, а как бы нам тут посмотреть? Так, тут у нас частная жизнь, да? Ой, сейчас мы ее сделаем общественную. Как часто? Смотрим. Чё, я не понял. Блин. Обнаружен. Так, перезапах сердца. Так, ладно. Еще. Пишется, чем помочь-то? У меня бумага кончилась. А в туалет, что ли? Ладно, принесу попозже. Эй, я тут застрял без бумаги. Да, неудобно. Господи, ладно, как кошулишный, я его даже слушать не хочу. Так. На, вот я тебе оборвал телефонный звонок твой. Ты слепой? Да. Итак, блин. Как мне эту штуку посмотреть? С какого ракурса-то? Так. Чё? Да где ты? Сюда наверх зайти, что ли? Блин. Надо найти хотя бы еще одну часть, чтобы знать, откуда смотреть начинать. Потому что один фрагмент мы видели. Ой-о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 й. А, вот отсюда откуда-то и надо смотреть, кстати. Ну давай, уезжай отсюда. Ну пошел вон. Не ладно, давай вали. Блин, блинский. Так. Вау, автомобиль. Так. Откуда мне наблюдать-то за тобой, падла? На. Вот такой пакостник, да. Блин. Ладно, ну-ка. Прибудем сюда попозже. А то что-то... Ждут нас великие дела вон там. Чё, это моя машина там стоит, чё вы? Ребятки. Так, у меня где-то тут отметиться надо. Так что. Опаньки. Вниз. Ой-ой-ой. Вот канал. Мэри. Вон вырубок, нет, туалет уникает. Фу, кошмар какой. Меня аж подставили.
Ничего страшного. Меня сейчас вырвет. Все это смахивает на сюжет для бестселлера. Лицо размыто, голос изменен, все дела. Говорит их очень много. Им платят, они работают. Взламывают компы, угрожают, даже убивают. И все в Чикаго. Да, это я такой, это про меня они разговаривают. Это я взламываю, убиваю, граблю и чего-то там еще. Это я злодей и монстр. Вот так вот. Пошла ты. Глаза разую. Я сейчас разую тебе глаза. Так, где он мне? Машина. Автомобиль. Блин, я сейчас добегу до места так пешком, что ли? Ну, ладно, бежим. Ну, где-то вот здесь вот сквозной есть. Тихо, тихо, тихо. Он убегает, ну и пусть бежит. Я его даже не собирался ловить, если честно. Вот, у бомжа ничего нет. Мог бы денежку дать, но, извини, у меня все электронно. Так, устранение. Блин, так это устранение. Давай, давай, ладно. Часто пересекает границу. Рецепт на успокоительный. Так. Их бизнес, торговля органами. Все ясно. Вскрываю человека и оставляют умирать. С радостью уберу этих гадов. Хорошо. Теперь мне нужен автомобиль. Так. Тихо. Мало ли чего у меня. За собой смотрите. Тихо, 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 тихо. Мне вот сюда надо. Так, вот я вот сюда. А потом вот сюда. Так. Что у меня там? Где? Так. Нормально. Спрячемся. Не, что, не получилось? На. У этого парня пушка. Помощь бы. Получилось? Рукопашный прием надо было, да? Блин, ее не нужно было, ее нужно было глушить. Ладно. Блин, блинский. А я-то думал, ее можно было убить. Спокойно. Спокойно. Так.
Ну-ка, идем, идем. Рукопашный прием. Да уйди ты, тварь такая. Так. Теперь спрячемся. Давай-ка. Конечно, я вооружен. Да тихо ты, на. А я что делал? Блин, не на ту кнопку нажал. Блин, а все так хорошо было. Давай еще разок. Уйдите, уйдите все с дороги. Ну-ка, пошла вон. Вот этот рукопашный прием тогда. Спокойно, гражданочка. Работаю я. Так. Так, все, оттуда не выходить. Так. Ну. Блин, там двоих надо рукопашником-то быть. Если так и будет, пойду домой. Тихо. Черт, он вооружен. Еще один. Да тихо ты. На. Блин, блинский, ладно. Загнанный в угол. Давайте перемотаем этот участок. Итак, с пердячим паром мы все-таки прошли. Блин, разучился уже давно. Так, стой. Давай-ка. Тут частная жизнь наметилась. Так, где ты? В доме? Блин, я в дом войти не могу, ладно. А где ты? С какой стороны тебя смотреть? Человек... О!
Пошел. Потом сюда. Сюда. О, как далеко. Ладно, посмотрим. Далеко. Так, открыл. И докуда вот я открыл его? Вот до сюда. Так и думал, что взрывать. А, нет, взрывать не надо. Подождите. Я думал, взорвать этот баллон надо будет. Итак. Вот еще. Частная жизнь. Так, я первая. Нет, я покажу, куда надо идти. Прыгаешь сюда, а потом сюда. И мистер Тедди падает прямо в лаву. Если ты не отдашь Тедди, я вас обоих в лаву скину. Тедди мой. Мать-одиночка. 30 лет. Если вы не заткнетесь, я не знаю, что я с вами сделаю. Ну все, с меня хватит. Черт подери. Я вас отдам в какую-нибудь семью в глуши и посмотрим, что будет. Так, оба наверх в свою комнату. Вот так вот она, значит, детей любит. Эх ты, ведьма. Ведьма. Чувак из новостей. Да, это я. Смотри, еще сумка с деньгами опять там же. Хорошо, где сумка-то? Ты мне скажи, я сам заберу. Так. Ой, знак вопроса. Это мы еще не знаем, что. Что за знак вопроса? Нет у меня денег. Но это будет. Ладно, так. А, тут вроде как деньги должны быть. Что-то чемоданчик какой-то стоять, что ли? Вот. Вот она, сумочка. Все, вспомнил, что-то такое. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Взламываем вот эту вышечку. Вот так вот. Засанцы, господи. Ну-ка, дайте ко мне машину. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, оказывается, не один так плохо вожу. И... уди. Теперь поворот, и мы на месте. Конечно. Где ты? И как к тебе туда пробраться? Вот сюда. Смотрите, как я удачно залез. Блин, долго до тебя идти-то. Так, открыть. Я открыл, ага, как же. Два раза. Еще раз где-то надо открыть. Да? Еще раз где-то надо открыть. Первую-то я открыл. Где вторая? Вот это-то где открывается? Ну-ка, есть камера там? Нет? Нет, камеры там. Блин. Ну вот, камера есть. Тут я ничего не могу сделать. Переходим обратно, смотрим. Не вижу.
Не вижу, что бы могло такое открыть. О, смотрите. Это я. Камера. Вот она. Все. Заходим, не стесняемся. Так, тут что-то есть, да? А, банкоматы там. Где моя вышечка? ОС. Взорвать. Блин, я взломать прочитал. Ладно. Сюда? Нет, не сюда. Прошу прощения. Нам надо выше. И выше. И выше. Блин, куда уж выше-то? Разблокировали еще одну. Открылись нам секреты снова. Я думаю, третью давайте разблокирую тогда уж, если на то пошло. И на этом, я думаю, все. Эти фишки мелкие я поди так соберу. Так, 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 смотрим, что у нас. Куда нам? Вот сюда потихонечку, помаленечку. Так, потому что это главные аспекты, которые будем проходить. И такие второстепенные, я думаю, вам будут не очень-то уже интересно. Я говорю, это как с шахматами. Думал, так посижу, подумаю. А оказалось, что случайно все решил. Ну так вот бывает. Итак, смотрим на камеру. Смотрим сюда. Смотрим на камеру. Куда мы тут еще можем смотреть? Не знаю. Ладно. Начнем. Вот где-то туточки, я туточки, да? Так. Закрыт, закрыт, закрыт. Куда ты идешь? Куда, куда ниточка ведет? Ой-ой-ой, смотрите, куда привела нас ниточка. Нет, еще не сюда. Еще не сюда. А куда еще? Господи, как далеко ты находишься. Так, первую открыли. Да куда ты идешь? Вот до сюда. Как я и думал. Обнаружено преступление. Подождите вы со своими преступлениями. Сейчас я посмотрю на чужую жизнь. Где ты проходишь? Все? Все, взламываем тогда. И в каком месте смеяться? Я красотка. И ты красотка. Вот. Что хмурое? Занимайся давай, толстожопик. Боже, сейчас умру. Вперед! Ты сказала, будет просто. Хватит уже. Да нет? Ой, господи. Так, ладно. Две клушки-баклушки. О, у нас здесь случайно образовался. Так. А где этот код? Кто-нибудь его видит? QR-код видит кто-нибудь? Где он? Не вижу. Так, мотаем. Итак, давайте последнюю башню здесь откроем. Я думаю, на сегодня будет все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Играем в ретро-игры, оставляем ваши комментарии, это очень важно. Так, перепрыгнуть.
А чтобы нам открыть, куда нам надо идти? Куда? Вот сюда. Открыть. Открыл. Теперь назад, да? Опа. Еще раз. Опа. Открываем. Открываем. И взлом. Производим взлом данной системы. И мы в шоколаде. Посмотрим, что нам открылось. Ох. Маньячелло. Вот еще два обзора. Ну, как я говорил, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.